Всем привет, дорогие друзья. Я, в принципе, давно не выкладывал видосы вообще с голосом там. Ну, вообще долго видосы не выкладывал, разборы там всякие, просто потому что, ну, как бы, типа, ну, я не знаю, я вот лично не находил таких треков довольно интересных для меня. Поэтому, ну, в принципе, я мог тоже ради интереса сделать там что-нибудь, но я не знаю, мне как-то. Ну, мало какие работы заходили от разных исполнителей. В общем, в принципе, этот видос вышел только по просьбе одного чувака. А меня на Ютубе, кстати, не было из-за того, что я потерял доступ к аккаунту. А именно этому телефон я сбрасывал, короче, до заводских настроек, потому что он у меня вис. А компьютер тоже сбрасывал, но видно, как бы активация Windows. Хорошо, что я все свои проекты сохранил на другом диске. То есть я его как бы полностью очищал. В общем, погнали к разборам. Это бас из трека Air Day, если что. Я его просто вырезал. Oxygen Split. Честно, я не помню, какие настройки я тут подкручивал, поэтому смотрите, переписывайте, если надо. Но все равно этот проект будет в группе ВК при достижении хотя бы 15 лайков, потому что, ну, типа, я знаю, что этот разбор уже как бы не наберет вообще просмотров, потому что, ну, как бы сколько времени-то уж прошло, типа, никто уж этим не интересуется. Короче, ладно, дальше. Самый первый стринг, я там вообще ничего не подкручивал. Далее покажу настройки на мастере. Тут я помню, открутил реверб. Получается, вот здесь вот эту штуку подстроил прям самое лево, чтобы атаку убрать. И glide time на ноль тоже. Так, я немножко подстретчил, немножко добавил реверба, потому что он казался мне сухим, но оп, оп, оп. Мелодия колокольчиков. Ой, что я творю? Поднят на мастере на сколько, на 2,3 дБ. Получается, далее у нас идет low tone, synth, sine lead по-другому. Я не знаю, вот я очень много видосов пересмотрел, и вот я честно не знаю, почему вообще у всех вот именно эта партия была прописана. Просто я не знаю, как там пару нот и все. То есть лично я услышал вот это вот. Опущен на 4 дБ и все. А стринги даем. Так, они у нас подняты на, ну, примерно на 1 дБ, в общем, на мастере, и все. Кстати, забыл вот этот паттерн показать. Что интересно, я его даже ни на какой канал не кидал. То есть он, в принципе, сам по себе достаточно хорошо обработанный. И есть второй паттерн, только там все то же самое, только вот эти вот штуки, они играются на C. Ё-моё, что я сделал? Так, ну то есть вот он. Итак, дальше у нас что идет? Дальше у нас идет бас эрдеевский.
Ну, я знаю, что там другой, просто вот я лично нашел для себя самый подходящий. То есть у меня вот на октаву ниже есть, он немножко вот потише сделан, и на октаву выше, чтобы такой звук был более такой агрессивный, что ли. Ну, типа. Ну, то есть оно лучше звучит. На нем саунд гудизер. А, и вообще легенда тупо. Пресет D, такая вот штука. Он у нас на мастере опущен на 4,5 дБ, и в принципе все. Дальше что у нас есть? Так, бас. Бас, бас. Я знаю, что его можно было немножко подобработать, чтобы он не так прям жестко звучал, но я не знаю, мне вот чисто более сухой вариант нравится. Так, поднят он на 4,5 дБ, такой вот сайдчейн. Так, вот это вот, ага. Получается, что у нас далее? Далее у нас кик идет. Кик. Вот эту вот штуку удаляем. Кстати, этот кик вы ни в каких паках не найдете, потому что он приватный, как бы, типа мой. Так, VV2,8 дБ. Так, такой вот у нас паттерн снейров, клэпов. Он как бы и снейр, и клэп одновременно, можно сказать. И в конце сбивочка такая на клэпах. Самое главное, чтобы именно вот здесь вот двух штучек не было, то есть оно придает такой более интересный звук. Получается, клэп у нас вообще не на мастере. Снейр у нас поднят на 2,5 дБ. А, кстати, что интересно, в некоторых местах, вот в дропе, получается, играется только вот этот снейр. Он специально такой короткий. На мастера я его тоже не вешал, что интересно. Так, эти как их, ё-моё, open hat. На мастере он у нас опущен всего-то на 2 дБ. Ну и в принципе все. Тут только стомпы играют. Ой, ага. Ну вообще, я знаю оригинальный стомп. Он находится в YG Woods Dat Boy Drum Kit во вкладке Perks. Вот он. Но мне больше по душе свой. Я не знаю, просто я тот вставлял, мне он как-то не очень звучит. Получается, пройдемся по перкуссиям и так далее, всяким таким штучкам. Получается, в начале у нас вот так вот играется. Я понял. Ну и вообще по всему биту играется. В принципе, я мог это сделать в паттерне, вот это вот, но типа, я не знаю, мне так больше нравится. Есть оно звучит довольно-таки прикольно. Вот, и в принципе по всему биту они там просто в некоторых местах убираются. И все. Получается, на мастере у нас что? На мастере Soft Clipper и KHS Tape Stop. А вот с такими настройками, чтобы сделать автоматизацию остановки, кликаем вот сюда, кликаем вот сюда, делаем вот так, Create Automation Clip, и все. Да, отвались. И все, в принципе. Да.